Ух ты, ебиться, колотиться. Ох, тут собак. Уйдите нахер отсюда. Brembo Gold, сука. Я даже руку быть не буду, сейчас опять забуксую. Болото. Еще девушка в машине, как ее можно было бросить? Subaru будет пытаться объехать. Погнали. Здесь трясина вообще. Я даже ногу вытащить не могу. Да я выйти не могу. Заглохла Нила. Но сегодня прямо жесть жестокая. Здесь очень мокрый лыж будет под летом в нашу сторону. Нила такая идет впереди. Я за ней на субарике. Опять брод. Тоже ништяк. Начало падать давление в правом переднем колесе 1-1. Пар идет. Ну, сейчас в лесах здесь будет, да, грязи побольше. Потом, как выпили, вообще пофигу на них. Да здесь и дороги нет, какая-то пожарная просека идет. Прощенное воскресенье. Простите меня все. Простите меня все. Потом в лесу и поблудить не грех. Ему дорога не нравится. Тут-то у нас лес. О, лохи, по лесу. Какая-то там. О, меня обогнал опять. Да что ж такое-то? По лесу. Я офигею. Беда, говорит, какая-то. Ну, только вы же знаете, мы и поехали сегодня вообще. Сегодня вот горная подготовка, я считаю, уже пройдено. Воздух, ребята, в сосновом бору. Ну, вообще. Прямо. У меня еще флаг вверху болтается. Как-то надо его сохранить. Боком едем. Ну, Андрей Васильевич Сусанин. Вообще. По пожарной просеке едем. Никитская сила. Рядом где-то бобры бегают. Да уж. Ну, что вы заведете мне в такую херню, блин, на Нива поехал. Нива такая идет впереди. Я за ней на супарике. Чё там? О-о-о, какая-то яма опять. Зашибись. Так, следим за флагом. Ох, как хитро проехал-то. По бровке прям. Да, дальше все веселее и веселее. Вот это вот неожиданное. Неожиданный участок маршрута. Да. Здесь надо на зимней резине. А Т-шка здесь очень скользкая. Что же дальше-то будет? Хотят угробить мой субарик. Уже который раз. Пока я в очередной раз подпалил сцепу. Возможно, погнул линк на стабилизаторе об дерево, об это, которое во враге на подъеме. Но это не точно. Впереди самое интересное происходит. На поле ждем, будет мы это поле, мы вырвались от колена. А, еще и номер погнул еще, вот что. Фух, опять брод. Тоже ништяк. Так, а тут мы, наверное, попробуем объехать его вот здесь вот. Если флаг не собьем. Хорошая глубина здесь местами. Прямо вообще. Мне надо правый борт пускать поверху, потому что у меня заборный фильтр здесь. Воздушный фильтр справа. О, на
асфальт куда-то выехали. На дорожку. Охренеть. Вот и снег, я просил снега. Вот тебе снег, пожалуйста, дядя Леша. Здесь нет дороги фактически. Так, так, бережем флаг. Надо было давно сложить уже, блин. Мы вырвались на поле. Наконец-то. Вот это дебри были, а. Сейчас посмотрим, что у меня со стабилизатором. Фу, флаг целый. Пар идет. Да нет, вроде порядок. Вода льется отовсюду. Трава торчит отовсюду. Здесь тоже вроде порядок клинком. Я боялся, что вот эти тяги погну рулевые об деревья. Потом ВКонтакте скину, там снимался. Здрасте, гости! Здрасте! Всей семьей, всем семейством. Да. Красавцы. Нивка сцепу тоже подпалила. На повышайке шел в гору. Ничего страшного, все сопли. Вот герой дня сегодня, Люсида Фемида, которая везде проехала. Сломала все березы бампером. И бампер целый. Как ты так? Я даже номер погнул. А зрители скажут, да это вот, это Toyota. Так, советуется, куда дальше едем. Макс, бампер железный, ему пофиг, деревья там или не деревья. Так, двинулись снова. Итак, лужу за лужей пересекаем. Продолжаем двигаться полями, лесами. Ну там Иртыш. Да, но все равно пить вышка, это как вышку вдалеке увидишь, пить справа от тебя оставалось. Еду пятым сейчас в колонии. Так сказать, пробился в лидеры по сухостою. Ну, встретили какую-то страшную машину. Что это такое вообще? Toyota какая-то. Я думал, сегодня какой-то будет лайтовый маршрут. Тут итинская сила. Блять, самую крутой полет. Начало падать давление в правом переднем колесе 1.1. Что бы значило, либо где-то поранул, проткнул, либо что-то поймал, либо. Двигаемся, начало колонны. Нивы красавки. Ну, газель мотоциклом вытаскивает. Вот, спасибо, Андрей Васильевич. Специально закидал грязи мне. Вот специально. Ну, сейчас в лесах здесь будет. Да, грязи побольше. Здесь потому что как раз очень много снега было неделю назад. И вот мы едем через неделю, снега нету. Вот так вот. Но если сейчас будет грязь, то нормально. Как будто осень не видим. Листья не тут. Андрей Васильевич, снег нашел. Какие-то мать. Ну и дела. Чистим подъезд после снега единичку в правом переднем. Так, продолжаем движение. После небольшого перерыва подкачал до двух. Наверное, шуруп где-то поймал в деревне, чтоб было. Сейчас в лесу будет веселее еще. Будет нормально. Ок.
кто-то тащился. Нехило. А с той стороны колья были железные вбитые. Лебедились, видимо. Ёлочки пошли. Езжаем снова в лес сосновый. Тут вот снег еще лежит. Как сосновый лес, так сразу снег. Пока держит 2,2. Что с колесом было, непонятно. Приеду, поеду еще на монтажку. Четвертый клещ. У кого-то. По ноге полз. Да, клещей до хера. Вообще пофигу на них стало. Чё там такое? Я прилип. На. Ну я круто прилип на поле вообще. Прямо вот в этой. Надо было ходом ее проходить. А помешала машина, которая шла здесь. Андрей Васильевич, из Паджеро прилип тоже. Назад, по своим следам, выбирайся до конца. Чуть лишний руль. Выбирайся, выбирайся назад. И вперед не пройдите. Назад выбирайся. Не выберется он. Не, он закапывается. Походу пора сапоги доставать. Ну хорошо пытается, но. На МТшке, красавчик. Паджеро выбрался. Здесь трясина вообще. Я даже ногу вытащить не могу. Охереть, куда я поехал. Срезал, блядь, по полю. Сейчас здесь Юра еще сядет, наверное. Вот это, блин, капец. Эта сторона меньше провалилась. А та, которую до 2,2 накачал, сразу провалилась. Не увидел я вот этого, размыв. Здесь лужа. Сука, здесь более-менее сухо было. Да я выйти не могу. Сосасывает. Я не знаю, не вытащим, наверное. Сейчас я подержу. Сейчас, наверное, что-нибудь оторвем. Нет, лебедка как раз щадящая, потихонечку. Лебедка мощная. Так что... Нет смысла, нет, садиться даже. Она провалилась, ну ты видел куда. Там дальше еще круче. Ну ты молодец, выбрался прям. А я как раз накачал это колесо до 2,2. Веселее? Не так? Веселее, но самое веселое это вот. Ну да. Я посмотрел, пацаны сидят прям. На экстриме сидят? Конец маршрута называется. Ну, походу, да. Там такая липкая говно, что она просто вязнет. Вот такое говно там. Не знаю. Если мне петлю вырвут, то не за что будет тягать ее. И будет стоять до лета здесь. Пока не просохнет все, походу. Юра, я даже садиться не буду. Там бессмысленно. Сухо, да. А потом вот уже увидел, на машины смотрел, чтобы проскочить. Ага. Притормозил и все. Да тут и с разгона не пройдешь. Так, пошла натяжка. Затрещал бампер потихоньку. Оп. О, прям не верится. Что она едет и рулит еще сама. А куда она из колеи? Вот так вот. ГАЗ-66 сила.
Вот так вот. Блин, я думал, не вытянем вообще. Тут просто пиздец. Он тащит к себе. Вот зачем нужна лебедка. Почему я и хочу лебедку назад поставить, ребята, и поставлю скоро. Макс убрался. Беспомощный субарик на похоте. Но я до туда доехал до конца. Я молодец, блядь. Вот так блогеры себя ведут. Их машину тащат, они идут, себя снимают. Да, блогеры охреневшие. Да. Я хотел обогнать, срезать. И остановился, и все. А ты там тоже не проедешь? Вот здесь, где по моим следам. Попробуй, Макс, интересно даже. Насколько лучше Нива идет? Твоя. Буду, я в сапогах, да. Юра, не сматывай! Подожди. Макс, только без разгона, как я. Прошел он, но он с разгона поехал, так нечестно, блин, Макс. Я бы, если разогнался, тоже, наверное, проехал бы, наверное. Но теперь что говорить, лошара. Говорит, еще хуже, Юр, спасибо. Да не снимай, не снимай. Да, так я грязный. 12 миллиметров, да, у тебя стопа? 16. 16. Ну, крепкий крюк зайдем, мне, да? Крепкий. Ну, я бы уже не буду пробовать, нафиг. Нормально, так, мне понравилось. Потому да он я... нечестно прошел, он ходом прошел. А я потихонечку. А вообще не надо туда ехать. Я не знаю, я чего. Смотри, Нива вообще вон даже до, мои, до меня не доехала. По дороге. Баджаро красавчик. Выбрался сам. Красота. Вот они, ребята. Brembo Gold, сука. Что-то там Люсида Фемида достала. Я даже руку мыть не буду. Сейчас опять забуксуем. Глубоко, наверное. О! Хоп, хоп. Болото. Что там дальше, глубина большая? А там лужа, ну, глубоковато. Вот тут участок такой же. Машинки, говорит, назад пройдут. Они тут вообще не пройдут, эти машинки. Ну да. Колея нехилая. Я знаю, как я сейчас делаю. Я сейчас вот здесь вот объеду, по полю вокруг, к ним туда. Но здесь капец, да. Дорога, блядь, шла где-то вперед, ну как? Может, она как-то вот так вот, а по кругу объезд, но это не точно. Вот поле, вот сухо. Вот по краю даже можно, не по полю, а по краю, просто по желтому проехать. И все. И мы у них, и мы выйдем на ту околицу. Туда, а когда... здесь что? Тут надо по-большому объезжать. А он там низина, не булькнет? Не, мы вон прям по полю пройдем, по опушке. Видишь, по желтой. Вокруг них и выйдем к той опушке. Главное, чтобы тут дыра, чтобы дырка длинная была. А я сейчас с Юрой договорюсь, и все. С Юрой договорился, подстрахует нас. Субару будет пытаться объехать по опушке, по ФТМ. Да. Погнали. Нива, остальные за мной. Плохо, что у меня теперь 2.2 в колесе в переднем. Оно проваливается. Сделаем. Все, поехали тогда. Если сделаем.
меня видите, вот я зелененький. Еду тут по полю. Ну давай ты по кругу поля, по идее, должен приехать к нам. Ну да, я так и рассчитал все. Но здесь тоже жопа. Местами. Надо бы стравить передние права. Тут какая-то блевотина жидкая. Я сильно не газовал, мне можно вытащить, но я застрял опять. Твою мать! Не сильно-то, в принципе, застрял, но застрял. Немножко застрял. Динамика, дергай! Дергай, дергай, нормально идет. Без меня даже лучше идет. Я все равно закапываюсь. Это динамка сильнее. Сейчас я сяду. Заглохла Нива. Но сегодня прямо жесть жестокая. Сейчас пройдем, посмотрим. Просто здесь твердое? Да. А там паханое. Вот это. Твердая. Я вот этого испугался, а здесь провалился. Она говорит твердая. Ну как сказать? Опять же липучая. Да, здесь можно проехать, по-моему. Разогнаться, только да, отъезжайте. Ух, холодает. Я не ожидал, что здесь провалюсь. Вроде сухо кажется. Я думаю, что мы сейчас справимся сами. Вот смотри, здесь очень мокрый лыж будет под летом в нашу сторону. Вот передо мной через 10 метров тоже начинается. Пашня очень мокрая вся. То опушки, то опушки вода стоит. Ну, Юр, подожди нас тогда. Ну, попробуй вот на колок вот. Пиздец.
Жесть. Посмотрим, как Нива пройдет. Прямо, наверное, поедет. Нет, по-моему, поехал следу и присел. Нет, ползет, ползет. Рулем, рули, рулем. Рули, рули, рули. Да-да-да. Да-да-да. Нормально, нормально, нормально. Да, все равно прилип. Да, надо было все-таки по этой, наверное, поехать. Снег пойдет. Наверное, уже градуса 2 всего. Ай, сур! Провода как жужжат на ветру. Давай, 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 давай. Да ё-моё! Бля, сейчас попробуем, Нила. Плохой проезд. Здесь сырая башня и вода стоит на опушке. Мы же там дальше. Улыбки, потому что они могут выйти только на дорогу дачного. Офигенно. Грязь, то снег, есть... романтика, блядь. Все-все. Вытащила сурфа. Нива сила, слушай, да? Особенно с таким тросом. Тар-то-па-у-то. Прочитал. Возьми тонко. Еще бы раздатка нормально. Трос огонь прямо. Что за трос? 18 метров? 20? 12. 12 метров? Да. Ну прямо длинный такой кажется. А лужа красная, наверное. Красный, да. А у тебя какая резина? Нет, липучка. А, то есть ты на зиме? Да, да. Ну, считай МТ-шка почти, да? Снег с дождем. Офигеть. Еще девушка машины, к машине, как ее можно было бросить? Ну ты вот здесь поедешь, все-таки по колее, она потверже. А там в поле проваливаются все. Я сам ошибся второй раз здесь. Опять на поле поехал, тоже присел. Надо было здесь по глине по этой. Сейчас там ребята сказали, постракуют нас, выйдут. Проверят дорогу вот эту вот. Я не знаю, я не знаю. Я тут первый раз. Все, поехали. Поехали дальше? Поехали, поехали. Стекло даже не закрываю, потому что не видно ничего. Чистить четками тоже бессмысленно сейчас. Сюда ко мне езжайте, там уже лес со своей стороны полка. А, во, к Ниве, да, Макс? Макс, ты? Да, да, там с той стороны хуёво вообще, сюда идти. Ни хрена не вижу я, однако, во, ну по траве-то выйдем. Так, кондёрчик, стекло потеет. О, сколько собак. Не биться, колотиться. Уйдите нахер отсюда. Пиздец. Ага. Кто проводит, Макс? Охренеть, борозды. Жесткие. Куда это мы выехали вообще? Загоны какие-то. О, опять я застрял. Что произошло? Хрена себе. Как я мог здесь провалиться-то? Слева, слева. Да можно, но меня опять тянуть надо, походу. Тут прям собачарня какая-то. Вот такой хохол. Пиздец здесь, блядь. Кто здесь живет? Что за люди? Все загадили вообще. Как будто, блядь, заехал в эту помойку. Все, все уже накачались и разъехались, пока мы тут бусковали. На этом наша сегодняшняя покатуха заканчивается, блядь. Походу. Сейчас вот на тебя смотрю через лобовую. Ух, это на лобовом бах, а это у него внутри, прикинь, клещ на лобовом сидит, сука. Все, победили, да? Да. Клещей не посмотреть. Так-то тебе надо накачать колеса.
спасибо тебе. Ну, все? Да, все. Выбрались? Выбрались. Это не очень хорошая идея. Все друг друга вытащили. Ну, я видел, страховал, что если что, буду сюда посмотрел, я не проеду. А тут нормально, около, там какое-то хозяйство с парашей, с помойкой. Все такое мусор откучит, вот собаки. Вот так мы сегодня закончили сегодняшние покатушки. Машина. Машина реально в говно. Даже жалко собайка. Капец. А я так и поеду. Я же джипер, сука. Я такой должен быть. Нормально. Все видно, главное. Собака сопротивляется. Сегодня мне первый раз ушло больше, чем полбака бензина. Видимо, сегодня покатуха была тяжелая. Сейчас город заедет, чем будут смеяться. Мойка свободна. Прям везуха под вечер. В наглую. Здравствуйте. Вот брат. Немножко заморал. Немножко грязный. Вода есть? Вода есть. Это хорошо. Короче, мойщик сказал, не будет мыть. Буду сам. Можно было и на самообслуживание? Да, 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 можно было. На камеру снимаете, да? Да, сейчас, короче, сам буду быть. GoPro? Нет, это ProGo. А. Ладно, погнали. Нажимаем зеленую кнопку. Здесь стеркер адский вообще. Давление адовое. А не отмывает вода туда вообще. Я за ту машину замораю. Это жесть, она не отмывается. Вообще, вообще, что за глина такая? Фу, кто там боится мыть моторы Subaru? Пена нужна теперь. Вот, снимаешь. Снимаю. Снимаю. Нажимаю, и она пенит, да? И все. Серый, ты что, помощника себе вылил? Ага. Во! Во! Все, прям нагрузили нормально. Сейчас я все запеню вместе с генератором. Генератор же тоже надо, правильно? Ой, фильтр надо. Пенка хорошая, густая. Главное, чтобы хватило. Другое дело. Я прям профессионал по пене. Трубу пену надо налить. Обязательно. А, казенная, да? Главное, чтобы заливать потом. Единственное, на что я не налил, это на турбину. Потому что еще горячая. Остальном хватит, я думаю. Запенил как надо. Она не заводится из-за чего, что в колодцах вода идет. А здесь колодцы. А колодцы здесь. Да, ничего не будет. Я на генератор лил воду прямо, ведро воды, на работающем моторе. Он просто вырубался, а у меня насос переставал работать. Я из лужи мыл. Потом просыхал. Снова включался насос и работал. Вот так. Даже не свистел. Да, там защита срабатывала у него на генераторе. Огонь! Я молодец! Все, погнали!
Ну все. Включаем вибасту, пусть сушит и пусть греется. Все, вибаста пошла. Красава. Сейчас она его прогреет, и он высохнет. Минут 10 простояла, просохла. Пробуем с пульта. А, батарейка замерзла, ни хрена себе. Ладно, с ключа. Вот так, я же говорил. Че я пришел смотреть? Это Subaru, ребята. Я же говорю, ведро воды лил на генератор, на мотор. И все работало. Все, пока-пока.